Ну что, мы собрались. Не знаю, как Алису и одевать. Сегодня 22 градуса светит. Но там ветер на улице очень сильный. Лопатку берем с собой. Эй, ты зачем стучишь по дверям? Пошли, все, выходим. Все, выходим к машине. Я пойду в такой длинной рубашке и в штанах. Я беру с собой куртки на всякий случай, себе и лисенку. Мы сейчас едем за вторым Костиным подарком от меня. А то от кого было? То от девчонок. Да. Лисенок, такое ощущение, что вот-вот уснет. Уже такая сонная-сонная, да. Алис, ты ж на площадку хотела, ты же не спи. И реально, вы знаете, шапок никаких не нужно, на улице очень жарко. Вообще-то ветер дует. Ветер теплый дует, абсолютно. Хоть и сильный, но теплый. Вон у Кости термометр, видите, показывает 24 градуса на улице. Наш дома, ну он тоже на улицу выведен, он показывал 22,5. То есть это вообще жарко, как летом. Вот реально, в машине тут тоже очень жарко. Когда ты уже права получишь? Сейчас бы ты за рулем ехала, я на самокате. На самокате или на своем мотоцикле? Ну, ты же понимаешь. Подъехали с Костей к Любави. Идем за подарочком. Девчонки нас ждут в машине. Сейчас мы быстренько. Как ты думаешь, что это будет за подарок? Даже не представляю. Я реально уже не представляю, что вы можете выбрать. Смотрите, какое тут ходит чудо. Надо, наверное, наших девчонок взять все-таки, чтобы им показать пасхального кролика. Класс костюм. А если я дам подсказку, что ты это хотел? Да. Во сколько лет? Да не так давно. Причем хотел неоднократно. Не помню, правда. Все еще нет предположений? До сих пор. Я вот смотрю вокруг и думаю, что бы я бы схватил и побежал. И что? Ничего. Катя тебе вчера чуть диск GTA не купила. Я говорю, да есть у папы? Скоро новая выйдет. А, ну еще же не вышло. А, может электрошашлычница? Может. Это на зиму хорошо. Летом будем там все равно. Не, глянь, ничем ему не угодишь. А, все-таки она, да? Ну, я не знаю. Все, забирай себе подарок. Спасибо. Все-таки в конце года. Слушай, а там написано, что это еще гриль. Без масла растительного можно, смотри, курицу, рыбу готовить. Испытаю. Так что не только шашлыки. Летом шашлыки будем на дровах делать. Ну, если будет лень возиться с дровами, тогда здесь. Спасибо. В машине сниму маску, расцелую тебя. Решили показать девчонкам этого зайчика пасхального. Идут, даже Алисочка в маске. Алисочка, тебя же не видно, стой, давай глазки. Вот так надо. А ну смотри, кто там гуляет. Пошли посмотрим на зайчика. Иди ближе, подойди. Вот так. Все. Ой, смотри, тебе яичко подарил. Спасибо, скажи. Алиса говорит, можно погладить зайчика. Все, мягенький зайчик. Такой пушистенький. Да. Ну все, пойдем зайчику. Зайчику нужно работать, да? Пойдем. Все. Интересно, что в Черкасах в магазине тоже продают точно такие же пасхи, кекс, паста сырная, какую мы привезли из Киева. Бабушка взяла попробовать. И вот такие панеттоны тоже тут продают. Вот, так что можно было именно вот такую сырную купить и здесь. Сейчас посмотрим, что есть еще. Мы забежали, взяли бананы, водичку с собой. Алиса вот такого зайчика насмотрела на вот таком стенде, говорит, я хочу его забрать. А у него, по-моему, внутри конфеты, если не ошибаюсь. Ну, что-то есть. Алис, это пасхальный кролик с сюрпризом внутри. Ты видела, там что-то есть?
У него пузики. Какой-то сюрприз. Мы подъехали к скверу. Там уже фонтан работает сегодня. Сейчас пойдем гулять. Видно, бабушка. Лайк байк. Мне так нравится это название. Лайк байк. Пойдем, Костя подойдет. Боже, как все с зеленым каким стало. Мы тут недавно были, вообще этой зелени не было. Как быстро. Алис, фонтан включили, да? Фонтан. Включили. Нажимай кнопочку. Нажимай кнопочку, Доти. Доехали. Даша, смотри назад. Алиса, смотри, папа катается. Я когда захочешь остановиться, вот тормоз, да, нажимаешь на него, видишь? Вот это тормоз, да. Два раза отталкиваешься, нажимаешь кнопку и едешь. Потом ее отпустишь, тормоз нажмешь и остановишься. Пробуй. Пробуй еще. О, вот так он и едет, да. Это электросамокат, он сам едет. Не нажимай на кнопку сразу вниз, он будет... Да, меньше нажимай, он будет медленнее ехать. Ты просто резко нажала. Оно вообще вот это... Медленнее нажимай. Давай, пробуй. Алиса, аккуратно. Давай, с Дашей тоже. Крутышки такие. Два раза разгоняйся. Раз, два. И нажимай кнопку. У Алиски пока не сильно получается. О, сейчас вышло. О, поехала, поехала. Давай, нажимай. О, давай, не бойся. Даше понравилось, но она немножко побаивается. Ну, первый раз на электросамокате. Я сейчас тоже хочу попробовать. Первый раз. Классно, здесь вообще классно вот сейчас. Такая погода летняя полностью. Тепло. О, молодец! Классно? Сам едет, да? Дашка довольна. А Алиса фонтаном довольная, прям завораживает он ее. Может, тебе шапочку надеть? Нет. А где твой самокат? Алиса, где твой самокатик? Ищи свой самокатик скорее. Где ты оставила, зай? Давай, Алисочка. Нажимай кнопку. Нажимай кнопку. Давай еще. Опа. Давай, Дашуль. Просто супер. О, Алиске уже получается. И у Даши. Поворачивать еще не получается. Голубя увидела.
Не сбей, да, никого. И в фонтан не упади. Да ты гонщик. Слушай, какая прикольная штука, а? Класс. Пользуйтесь. Я разрешаю. Я как хозяин этой вещи, я разрешаю. Получилась скорость 10 на 9 переключить кнопкой. Вот как 30-то сделать? Разберемся. Ну что, накаталась штука, уже? Классная штука вообще. Удобная какая. Голова не кружится, когда едешь? Нет, нормально, все хорошо. Ну вот месячишко на этой покатаешься, потом можно и мотоцикл. Да и мне можно и сразу. Прав у тебя нет. На это права не нужны. Хотя, по-моему, на электротранспорт собираются ввести категорию. Ну, это если по дороге ехать, наверное, права нужны. А ну, если да. Вот так просто кататься, то... Там написано, что нельзя по дорогам общего пользования и в большом скоплении людей. Ну да, правильно. Катайся, пока батарея не разрядится. За тобой бегут. Ну, мамка, ты набегаешь, что это? Фух, похудею. Алиса хочет догонять Дашу. Оказалось, когда у нас не получалось, что он просто выключен был. Я включила его снизу. Но пока одну ее пускать нам страшно. Но ей нравится. Только его догоняй. Я думаю, она скоро сама научится. Немножко практики. Если бы я села на этот самокат, то получилось бы видео однажды 50 лет спустя. Не села, а стала. Ну, какая разница. Я ж тут все детство на самокате гоняла. Да? Одно из самых счастливых воспоминаний детства. Так давай, он выдерживает 100 килограмм. Это стыдно, мамка. Я тебя умоляю, мам, зачем думать о том, как и что кому? Тебе же удовольствие принесет. Ох, Алиса, классно! Да, они сверкают, это в темноте. О. Класс, доча. Так. Ты гонщик, да? Ты теперь гонщик? Рулить только забываем. Да. Рулить? Рулить — это просто наклонять. Почему? Не поворачивает. Нет, он наклонами поворачивает. Да, поэтому и сложно. О, сколько шишек ты нашла. Класс. Я это белки подарю. Белки подаришь? Мам, садись. Да, белки. Класс. Дашке прям очень зашло. Катается и катается. Лисюшка, вон Даша за тобой приехала. Привет. А тут вдвоем можно? Не, вдвоем нельзя. Мы инструкцию почитали. Мы сегодня утром пробовали, Катя с ней становилась, ехали, но в инструкции написано, нельзя так делать. А инструкцию мы только прочитали потом.
Так что теперь так делать не будем. Да. Спасибо, котик. Почти есть. Не трогай, гадость какая-то, ты что? Не трогай даже ножками, не надо. Неизвестно, что это такое. Алис, не трогай это даже ногами. Это какая-то гадость. Посмотри, какая лужа вон черная. Вообще непонятно, что это такое. Какой-то мешочек, из которого выливается какая-то... Мешочек какой-то. Да, разнообразие. Осваивай новые маршруты. Чтоб проехала... На дорогу, где машины не выезжают. Нет, Алис, его вообще трогать руками нельзя, потому что неизвестно, что это и кто это положил. Ничего, что ты не знаешь, что это такое, трогать нельзя. Вдруг это отрава какая-то. Понимаешь? Нельзя неизвестные предметы трогать. Можно только то, что ты знаешь. Вот шишки можно, да, ты знаешь, что это шишки, да? А это непонятно что, какая-то гадость лежит. Сказали, что Проша выглядит как хороший, здоровый попугай. Запах из клюва пропал. Сдали два анализа. Повторный из клюва и пометный анализ. Пошла сразу под микроскопом смотреть. Врач. Я так понимаю, ничего плохого не увидела. Так что осталось подождать анализы из лабораторий. Если все будет хорошо, то Проша здоровенький. И набрал 14 грамм. Думаю, на кашах, которые я с лекарством давала. Катя пишет. Сейчас Даша покажет бабушке, какую кнопочку. Давай мне куртку. Алис, иди сюда, иди ко мне. Давай посмотрим, как бабушка будет кататься. Может, кофту снимешь? Нет. Все, одна кнопка там, мам. Там премудрости нет. Два раза отталкиваешься и кнопку зажимаешь. Да не бойся. Ты серьезно? Аж. Давай я тебе помогу. Там достаточно стать, он потом везет сам. Да тут уже народу. Дело в том, что он не везет. Мы заехали на Макдрайв. Сейчас купим что-то перекусить. Да. Алиса картошку будет. Ну, я взяла ему по хэппи-милу и шейх для Даши. И для меня, и для бабушки. Бабушка тоже шейх любит шоколадный. Костя себе взял чизбургер. Бургер. Бургер, да. Ну, короче, Алиса только картошку будет. Папа взял бургер. Да, да, тебе мороженое сейчас нельзя, наверное, ты же кашляешь. Хотя непонятно от чего кашлять, но лучше воздержаться. Да. Вот. Да, мне нельзя мороженое. Да, лучше не нужно. Картошку поешь, да и все. У нас еще в городе совсем недавно открылась KFC, да? KFC правильно читается? Вон, там через дорогу. Ага, и там тоже есть, ну, драйв для машин, да? Драйв называется? Драйв. Да, привыкли говорить Макдрайв, да, там же. KFC драйв, да, получается? Да. Все, ждем наш заказ. Так, делим добро. Все? Спасибо. Так, девчонки. Девчонки. Дашуль, бери. Так. Алисик. Дезы. Так, руки мы помыли. Все-таки Алисе бургер. Это, чизбургер сначала попробовать. Да, он не ест чизбургер, она только картошку ест. И знаешь, и слава богу, мне кажется, что ее приучать вообще не стоит к такой еде. Ну. Ой, она горячая. Горячая. Подожду. Подожди, да, она остынет. Прям только сделали, видимо, картошечку. Что-то она не соленая совсем. Это тоже хорошо. Много соленого вредно. А я себе вот такую беру картошку с сырным соусом и луком. Катя когда-то покупала, мне понравилось. Сейчас перекусим. И пойдем мы, Алисе, купим кроссовочки. Мы пойдем в ортопедический отдел обуви. Там, где покупали ботиночки в прошлый раз. Умно. Ты пойдешь спасать зайку. Эх, я мясо тело-то. Ну что ж, ответ. Иди в тело готов. Я уверена, что Даша любит шейх, вот, который сейчас мы с ней пьем, потому что она очень любит молочный коктейль, и я его очень всегда любила молочный. Я люблю вот этот шейх.
Я так сделала выводы, что ты его тоже любишь. Наверное, да? Ты же у него спрашиваешь, что тебе взять в Макдональдсе? Не говорит. Стесняется. Так что пришлось брать наугад. Да? Там у тебя супергерои где-то застряли? Нет. А что они там делают? Ой. Ой. Ласки. Они просто там спят. Кем они работают? Супергероем. Да, а что он должен делать? Вот даже мини-комикс. Спасает зайцев. Зайцев спасает? Супергерои спасают зайцев. Дед Мазай был супергероем. Точно. Которые тебе попались. Это игрушки из Хэппи Мила, вот эти супергерои. А ну покажи мне, Дашуль, какие там бывают. А, они прям комиксом нарисованы. Точно, глянь, летят черные с желтой девочкой вдвоем. А мы наобум выбрали черную и желтую. Желтый. Идем в Хрещатик Сити. За ботиночками взяла Алисе масочки. Обычно наоборот заходишь в помещение, тепло. На. Масочку, доченька. Только ты глаза не закрывай, ты все время глаза закрываешь. Да, здесь эхо есть. Дашка, ты такая модная в этой одежде. А на каком это этаже? Я не помню. Нет, там 26. Да, да мне бы таки длинненько ножечку. Протычок, наверное. Сонечко не давит тебе тут передний пальчик? Не давит. Хорошо, моя зирочка. Хорошо. А так. Так, вот и-ка. А ну. Мне вот это не нравится, а вот это нравится. Оба нравится, да? Значит, так и пишешь. А какой тебе больше нравится? А другому кто? Какой, черненький или розовенький? Не, вот на ножках. Розовенький больше нравится. Все, у нас есть новые ортопедические ботиночки. Именно ортопедические. Мы специально идем в отдел. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. А, ты не мне, ты тете. Смотрите, вот так называется отдел, ортопедическая детская обувь «Панда». Вот так он выглядит и находится в Хрещатик-Сити. Мы вот тут это Алису обуваем. Пойдем, пойдем. А почему вы не начинаете?
Алисе они планеты напоминают, когда так кружат, лежит, наблюдает.